Здравствуйте, мальчики и девочки. Приглашаю вас на сайт heroesportal.net. Заходите, играйте, общайтесь. Сайт по всем частям героев меча и магии. Много интересного, форумы и огромное количество карт. А мы с вами закончили... Сейчас скажу, на каком месте. Да, вот мы решили здесь идти завоевывать там шахты. Золото, которое нам, в принципе, необходимо. Я даже думаю, наверное, я зря сюда вот прогулялся. Нифига тут ничего я не добыл особо интересного. То есть была такая бесполезная прогулка. Ну ладно, мы не будем переигрывать. Я сейчас надеюсь, что дальше мы пойдем по делу. Здесь вот, да, явно прогулялся без толку. Ладно, посмотрим, что дальше у нас будет. Придется нам переигрывать или нет. Так, поехали, попробуем Василисок этих замочить. Так, ага. Ух ты, сразу они ломанулись-то как. Да, потому что вот это вот, как говорится, тушки. Очень нехорошие, неприятные. У нас, так. На кого благословение нам послать, выбран друзья всегда? Даже не знаю, стоит ли нам. Давай вот, да, стрелков, кого еще-то нам. Так, ребята, пригородят, загораживают текущим. Угу. Так, все обстались очень нехорошо. Ладно, будем загораживать своих стрелков. Да, тех самых. Опс, о, прекрасно. Фамазафака. Это я не понял, почему они два. А, ну да, понял, теперь понял. Забыл я, у них просто следующий ход пошел их. Так, ладно. Василисок замочили, 2-4, ничего страшного. Так, главное теперь какой навык. Так, чтобы не переигрывать, сохраним. Я уже рассказывал, да, про систему сохранения свою. Не знаю, полезно кому нет. Нет, это нам не нужно. Ну-ка посмотрим, что она нам дает. Стоп, деньги, да, но нам нужна магия, ребята, простите. Деньги, конечно, хорошо, но нам нужна магия. Так, загрузить. Я буду ждать магию, простите меня. Ну, магия у нас только воздуха, нам нужна земли. И т.д., и т.д., и т.д., и т.д. Так, седьмой день. Сейчас мы пройдем гоблинов. Правда, не знаю, стоит ли их набирать или нет. Потому что у нас... Ладно, наберем мы гоблинов. Наберем мы сейчас всех, кто возможно, кого набрать. И пойдем продвигаться далее. А, кстати, а что я тогда думаю-то? Камень, правда, не знаю, зачем нам нужны. Угу. Давай, да, сейчас возьмем тогда сундучок. И... Блин, да, у нас... О, давайте, все. Ладно, посмотрим, что у нас будет дальше. Как мы сможем... Так, забыл, что у нас тут строится. Ничего у нас тут не строится. Существует на опыт. Это понятно. А набираются у нас тут только вот эти самые матросы. Сейчас. Блин, да что ж городок-то какой? Никак у нас ничего не отстраивается. Да, 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 3-4 всего-то. Возьмем мы троллей, пожалуй. Да, возьмем сейчас, да, будем мы терять, конечно, кучу времени на эту всю фигню. Так, так, да. Да, ну, 1000 денег все равно никуда не денешься, нужно. Нужны нам они очень, 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 очень. Так, поехали дальше. Даже день не буду сохранять, потому что... Ну, давай, ладно, сохраним. Сохраним и второй день, на всякий случай. Вдруг я не так сыграю. Так, матросы. Давай, сколько мы матросов? Хватит нам потом на наших... как их там? Пиратов. Посмотрим, хватит или нет. Я надеюсь, что хватит. Так, даже я еще сейчас... А, нет, стоп. Блин, не так. Так.
Вот так вот мы сделаем. Будем выставлять тут такую стену защитительную. Так, эти у нас... И здесь матросов. Сколько? 9. А почему они у нас забыл-то? Я, блин, только что же набирал. Матросы у нас по 1990. И хватит ли... А, стой. Блин, здесь залка, цены на этих нельзя. Или можно посмотреть? Нельзя. Я забыл, почему они. Так, ладно, если сейчас возьму матросов, хватит ли нам на пиратов? Тогда надо сохраниться. А, я же сохранил второй день. Ладно, давай сохраним. Еще раз второй день. Хотя... А, ладно, да. Берем еще 9 матросов и берем пиратов. А на пиратов нам не хватит денег. 225 у нас пираты. А сколько их там? 6000 здесь, да. Загрузить. На обратном пути. Так, вторая... Второй день, 226, а у них хватит тогда вообще загрузить день 2. Давай автосейв тогда загрузим вообще, потому что мы не так, мы сходим сейчас. Сначала возьмем вот этих ребят, да, пиратов, чтобы сюда нам не возвращаться. Теперь возьмем, вот, да. Все равно назад как бы идем мимо, да, и даже можем гнолов потом взять. Тоже бесплатные они вообще у нас. Поехали. Третий день. Так, матросы. Берем. И здесь насколько нам хватит матросов-то? На 12. Без разницы. Так, рынок. Все, давай продадим на рынке нафиг, потому что ничего нам не нужно. А сколько там матросов-то еще? 770 рублев нам нужно. Ой, блин. Так, вышел. Сейчас мы продадим. Ладно. Ну, конечно, невыгодно все это. Это пипец. Че, оставить? Нет. Не знаю, гильдимагов надо будет строить. Только когда и чё? Ладно. У нас вообще без магии. Продадим все 10. Давай на всякий случай оставим. 550. Так, 750. Так, еще одну. Итак. И вот так у нас получилось. И чё, наберем? Да, набрали всех. Все, вот у нас теперь прекрасно получилось. И еще наберем сейчас там гнолов бесплатных. Слава богу, они бесплатные. Так, и теперь пойдем. Теперь нам нужны, да. Все, теперь не задумываясь, ломимся за... Ага. Пошли. Так, теперь мы, не задумываясь, ломимся. Вроде армия более-менее как бы немножечко у нас сформировалась. Большая, небольшая, не знаю, сейчас нам это все будет видно по битвам. Так, тролли. Ну, это вообще фигня. Это вообще полная фигняция. Так, сколько тут магии. Ждем. Так, давай все ждем. Все равно обздались. Так, хоп, и выстраиваем нас тут защиту. Так, прекрасно, вот это да, вот это вообще хорошо. Вот это вообще замечательно. И, ой, красота какая. Ну, то есть, ждем. Блин, пушка. Опс. И опс. Пираты. 12-17. Да не пойдем. Зачем? Во, вот теперь да. Вот этими ударим, эти точно убьют. А вдруг одного пирата потеряешь? Ай-яй, неохота. Так, ладно. Поехали дальше. Приближайтесь к хлебу древних, вы решаете ли вы обыскать могилу? Попробуем? Попробуем. Скелеты. Скелеты, ходячие мертвецы и малодухи. Давай рискнем. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, ходячие мертвецы.
долго будут идти, но они у нас... Давай так. Так, духи убьет всех пятерых. И тем более они самые быстрые, их надо сразу завалить. Ой-ой-ой, не те ходячие мертвецы. 4-9, ладно, попробуем. Сейчас такое ощущение, что потеряю одного пирата. Нет, не потерял. Так, эти у нас... Блин, сейчас кого-то одного точно потеряет. Скелеты. Правильно, молодцы. Ну, нет, нет, не потерял. Ну, два гнола это фигня. Зато базовая магия земли, слава богу. Вот что я хотел. О, 2000 золота тоже неплохо. Поехали. 2000 денежков. Так, где у нас... А, вот здесь вот у нас, да, находится вот эта вот самая штука. Как она называется, забыл? Шахта, ё-моё. Так. Кэпа, это Асида. Пищу я ответил, да, я так думал. Лас Родер, сами почитайте. Так, ладно, теперь сохраним шестой день и... Ой, со снайперами мы не справимся. Хотя у нас армия и побольше стала. Но со снайперами мы не справимся. Да, давай еще сейчас разделю. Гнолов тоже вот так по одному. Упс. Не знаю, если только хитропопа как-нибудь выпустить, например, вот этих вот тоже сделать, да? Кучку вот такую вот. Единичную юм. Блин. Разделил, теперь соединил. Поменять хотел местами. Так, если только вот так вот сделать. Или вообще вот так гнолов разделить. Да? Да, вот так вот сделать. Не знаю, насколько бы это эффективно. Снайпер был бы вообще круто-круто, конечно. Давай попробуем. Взять вот снайперов набирать, это было бы очень, конечно, просто вообще. Ну чё, попробуем их побить. Мама ваша. И они бьют, блин, извините меня за выражение. И они просто завалили всех наших сразу стрелков. Ну, как? Конечно, там их просто, там вообще красота со снайперами у нас. Сдались. И вот, ну и смотри сейчас, что будет. Ой, все, этих всех забили, этих всех и этих. Ну, они то есть бьют, они знают, кого они бьют. Снайперы. Они знают, мать вашу, кого они бьют. Так, ну-ка ждать. Звери, короче, снайперы. Конечно, взять их хорошо. Ну это просто звери вообще, пипец. Да они не будут даже вот единичные бить, сволочи. Ах. Даже вот так вот хопа и встать. Добили. О, красота. Смотри, смотри, смотри. Смотри. Эй, надо было, наверное, завалить, да? Гнолы сейчас... Тоже, да? Ну-ка, стой. А, подожди. Может, нет. Ни четырех не завалил. Ну, прилично, да, привалил. Так, давай, гнолы. Тут и, блин, не дошли. Да что ты будешь делать? Ух ты, не убил. А, ну да, они в ближнем бою-то фигово у них. Да, ребята. Да всех, конечно, пятерых убьет. Да и шестерых убьет. Да это просто. Я не знаю, стоит ли из-за этого. Ё, стоит ли там? Там 4 снайпера, я знаю. Конечно, 4 снайпера это круто. Но сколько я сейчас потеряю, это просто пипиндец. 5-7. Текущее здоровье. Должен убить, да? Да. Yes. Один снайпер.
Всю нафиг армию потерял. 1, 6, 6, 2, всех этих 25, 16, 30 снайперов. А здесь их, они жутко дорогие. Смотри, но у них, смотрите, какое у них преимущество, какое. Очень-очень-очень хорошее преимущество. Снайпера 4. Знаешь чего, я немножко, наверное, переиграю. У них урон большой, больше, чем у этих. Знаете чего, ну-ка я сейчас немножко переиграю. Переиграю я... Сейчас вам, во, вот сейчас вот эту вот сохраню штуку. Не знаю, откуда место сохранения взялось. И еще раз загружу. Блин, какой там день-то был? 6-й день у меня был. Да, да. Я немножко вот сейчас по-другому. Вот этих вот разобью. Вот этих вот гнолов сделаю все-таки кучку из них. И разобью, чтобы они сразу всех не засандалили. Не замочили. Потому что, ну, стрелки мне просто вообще необходимы. Разделить их на три кучки, да? Вот смотри. 7. И... Ау. Чё ты вышел-то? И... Разделить, говорю, на три кучки. 9. Вот. Вот у нас тоже. Вообще, расстановка войск нам бы не помешала бы. Вот эта вот основная базовая. Вот, блин, я бы не знаю. Нападение, логистика. Артиллерия тоже хорошая. Артиллерия в больших битвах уже не так, не настолько эффективна. Ну что, давай еще раз попробуем сыграть. Что у нас снайпер сейчас скажет на это? Что у нас снайпер скажет на это? Так, сохранить день 6. Ну что, пошли. И бьем снайперов. Раз. Они да, ну, сволочи. Чё сказать? Сволочи, они в Африке, сволочи, бля. Зато вот смотри, мы сейчас немножко постреляем. Чуть-чуть хотя бы. А, подожди, а что у нас? Проклять, ускорение. На кого наслать ускорение? Слабость, лечение снять, заклинание, защита. На кого наслать ускорение, ребята? Кто у нас самый шут? Пусть вот эти вот, да, шустрые будут. Давай, пусть они быстро бегают. Давай, добивай хотя бы одного-то. О, пусть ребятки бегают. Я все-таки надеюсь, сейчас немножко поменьше потерь. Да, возьму, потому что 8 снайперов будет, потом 4. Сейчас в начале следующей недели 8 снайперов, это будет очень круто. Так, текущее здоровье 3. Ну что, валим? Угу, валим. Ах ты, какие они сволочи. Они матросов наших решили обсдать. Ладно. А, 6-8. Ну давай. А это вообще 6-7. А это вообще может всех завалить. Красавчик, давай. Давай, красавец просто. Угу. Так, убьет 0-1. Разрядим. Попробуем. Ай, 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 ай. Все обгадились. Видите, поэтому я не бью, потому что они сейчас, видите, у них стрелковые, они же сблизи, у них меньше урон. Вот. Во, они сейчас тоже опять не будут стрелять. Как прекрасно. Как просто прекрасно. Вот этих давай добивай. Добивай. И просто красота. 6. Ну-ка, это убьет одного. О! Здорово. Еще смотри, сейчас и эти останутся. Гнолы. Так, потом кто у нас пойдет-то? Убьет одного. А давай подождем. Вот.
4, 2, 2, 4, 2 их точно убьет. Давай. Красиво. Опс. Опс. И вот так вот делаем. Да, слушай, ребята, насколько у нас эффективно-то, блин, получилось-то. А? Просто красота. Просто красота и просто красота. Давай всех пятерых. И вот это вот уже мне намного больше нравится. Вот это уже тут, смотрите. И этих немножко сохранил. И этих пятерых аж сохранил. Красота, ребята, мне нравится эта битва. Ну-ка, сохраним мы. А промежуточные. Алекс, да, как я говорил, еще промежуточные. Ау. Улыбочки, хорошо стал. А промежуточные сохранения мы сделаем еще. Вот этой самой битвы. Вот это, по-моему, очень неплохо было. 4 снайпера. Просто прелесть. И теперь идем с... Давайте идем брать эту шахту самую. Так, сохраним сейчас опять бой. И пойдем, нам позарез нужна шахта, нам позарез нужно золото. Блин, и здесь... Да, но это мы успеем сейчас еще взять, да? Вы хотите войти в шахту? Очень хочу. Может быть, даже сначала надо было шахту брать. Не знаю. Так, о, снайперы. Вот они, наши прелести, это снайперы. Вот они, чем прекрасны. Опс. Так, и идем всех охранять. Ах ты, блин, я не разбил, надо было разбить. На кучке, да? Да, 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 да. Не сделал я самого важного. Ну ладно. Угу. Ладно, не страшно. Угу. Давайте поменьше троглоди. Блин, снайперы обдались. Вот это вот очень нехорошо. Самые наши мощные стрелки обдались. Да что такое-то, блин? Те, кто должен, в принципе-то, у нас самую-самую-самую битву производить. 4-5. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, давай добиваем этих 14. Так, добивай снайперы. Ну давайте, лапочки, будете вы бить? Нет, следующий у нас... Кто будет стрелять? Снайперы... Давайте пока сюда встанем. Так, давайте. Добьем. Ну что, давай, надеюсь, что они добьют. Нет, не добили. Не добили. А, все. Без потерь? Без потерь, слава богу. Так, шахта наша. Yes. Вот то, что нам и надо было. И теперь мы... Давайте вернемся сюда. Да, я все понимаю. Я... кругами хожу, хотя можно было, да, не снайпер, можно было сначала взять шахту, потом уже снайперов, то есть меньше потерять времени, да, если я стоял здесь, надо было сначала брать шахту, потом идти со снайперами. Ну, ладно, все, поздно. Посмотрим, если не буду успевать, то, конечно, переиграю, а если буду успевать, тогда смысл вообще сейчас переигрывать. Так, сохранить. Так, и нам надо, конечно, вот этих ребят побить сейчас. Да? Блин, и здесь не посещено. Так, успею. И туда. Блин, да, вот, наверное, надо было все-таки переигрывать. Нет, не успею. Там и там деньги взять не успел. Здесь, а здесь что я взял-то? Ну что, переигрывать? Так. Какие у нас там короткие ходы-то, ребята? Ну, давайте. Ага. А, если только не брать сундук, да? Ну-ка, стоп. Если только не брать сейчас по дороге сундук, можно, я не знаю, сейчас. Может быть, получится быстро у нас. Так, ух ты, а я вот таких вообще не видел. А, смотри, какие орки-то у нас интересные уже нарисованы.
Так, в кого они будут стрелять, сволочи? Кому ускорение-то? Ну, только ускорение, если... Кому? Вот этим ребятам. Давай эти ускорения зафигарим. Орки, стреляйте в кого угодно, только не в наших снайперов. Давай. Вот в этих стреляй. Да. Да, только не в снайперов. Пожалуйста. Молодцы. Слава богу. Красавцы. Пусть матросов лучше добивают, чем, блин, снайперов. 7-9. Ну давай, ладно, 9. Эти убьют 6. Я надеюсь, да. Ну чё? Блин, да почему же вы не стреляете вот в эти, вот этих вот лошадей? Они нам уже нафиг не нужны. Так, 1000 взял. Да, слава богу. 1000 взял. Так, и не успел. Ладно, сейчас в конюшню зайду до первой день. Ладно, все, поехали. Итак, ну, много потерял вот с этими хождениями туда-сюда. Вообще много времени потерял. Ну, ладно, 3 месяца. Надеюсь, что все это у нас вот... Ау. А зачем я вообще отсюда-то вышел сейчас? Ладно. Так, сохранить. 1-4 неделя. Так, 1-4 неделя. Сохранить. Поехали. Забираем. Даже нет, надо в конюшню сначала зайти, наверное, да? Да. Зайдем мы сразу в конюшню. Точно, остальное все успеем еще. Так, мистическая сфера маны. Да, сейчас все, мы успеем вернуться. Везде. Ага, толпа корсары. Это которые стреляют? Вау-вау. Корсары. Ну-ка, стоп. Да, корсары, это, по-моему, которые стреляют. Ну-ка, дай посмотрим. Так, корсары. Да, корсары, это стрелки. Мать вашу. Ага. Боезапас 4. Так. О, и они сразу по снайперам. Сволчи. Угу. Нет, не пойдем мы пока корсаров. Блин, да что ж такое-то, ни с кем я справился. Ой. Да, снабдил ты нас, спасибо. Этих сколько? Толпа пиратов. Блин, тоже стрелять будут. Тоже стрелять будут. Опять я по кругу хожу, а толку никакого. Так, здесь у нас... Ну ладно, давай... Знаний нам не хватает. Так. Птицерух. Завалим птицерух-то, нет? Слушай, надо было... А, вот тут еще пираты. Надо было еще снайпера взять, наверное. Давай, стоп. Сохранить. Сохраним. Ну-ка, давай посмотрим, что тут у нас вообще. И как мы сможем ли это пройти. Ах, Ева, тут виверны. 3-12. Да, все, снайперов потерял нафиг. Снайперов потерял. Виверны вообще проиграл. Нет, выиграл. Но, блин, так, тут виверны у нас, да? И тут у нас верфь. Верфь. Опс. Так что, получается, там еще, что ли, что-то? Вот мне нравится, он возвращается в город. А ты что думаешь, тут таверна, что ли, есть? Я что-то набрать могу, что ли? Ты мне что хочешь этим сказать-то? Да. Вообще полный епендец. Верфь, если сесть на... Что там, еще что ли есть какие-то эти? Это просто беда тогда. Есть там еще у нас какие-то. Ладно, тут верфь, пирамида. Тут эти мумии, да, нанимаются-то, я забыл. А, ух ты.
Ух ты, как здорово-то. Да. Не знаю, сюда заходить. Здесь у нас только... О, виверны. Угу. Здесь тоже. Так, здесь тоже ничего пока. Выиграл, но нафиг потерял все биты. Понятно. Все везде у нас не особо прохода никакого хорошего нет. Короче, надо набирать армию. Здесь нас тоже сейчас потеряем. Да, 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 да. Конечно, блин, меньше потерь. Но результат тот же самый. А, давай. Загрузить опять же. Да сейчас просто проверяем у нас. Куда ходить? Лучше, хуже, я не знаю. Так, загрузить, короче. Первый день. И сейчас будем думать, что нам куда ходить. Так, конюшни, понятно. Здесь подошли. Понятно, взяли. Здесь. Ай, сначала конюшни надо было, стоп, загрузить. Чтоб сразу был большой ход. А, хотя, ну, я не помню, правда, как у нас конюшни. Что там, каким образом они увеличивают. Так, знания, естественно, мана. Вот я не помню, что у нас мана-то дает. Если вы... Я забыл, что мана дает. Мана у нас прибавляет... Да, по 3 мана в день. Восстанавливает по 3... О, прекрасная штука. Мы будем хоть магию восстанавливать. Так, здесь тоже не стоит сейчас тратить время на вот эти вот ресурсы. Мы сюда потом еще придем, когда будем вот это вот отвоевывать. Сейчас пока давай попробуем пиратов побить, да? Пираты у нас... Давай попробуем побить пиратов. Вот этих вот. Немножко увеличим себе и, может быть, даже возьмем какое-нибудь знание. Так, отключим уже сейчас быструю битву. И что они у нас здесь, пираты? Пираты у нас... Да, они будут у нас стрелять. Это скорость 7-6. Первыми они будут стрелять. Так что мы их вот так вот. Блин, ну за что вы стреляете в этих-то? Да что ты. Ну что, не будем тогда брать пока. Что они нам там дадут? Снайперы. Их снайперов бы сейчас надо было бы еще набрать. Пушка-то сейчас-то хорошая, да, когда вот такие вот битвы идут. Пушка вещь хорошая вообще. 1-4, да, так и получилось. Что нам вот этот вот ученый даст? Вот что самое интересное. Да? Ну-ка. Что ты нам дашь, ученый? Ну, так, давай просто бой назовем, да? Бой. Так, если нам фигню какую-нибудь даст, продвинутую навигацию. Угу. Неплохо. Стоило терять у нас? Продвинутую навигацию мы и так бы, наверное, взяли. Не посещено, не посещено. Пойдем снайперов возьмем. Да? Давай снайперов возьмем. Ладно, вернемся. Вернемся мы. Я стараюсь просто потерять как можно меньше времени. Поэтому... Так, здесь берем, ну, потому что деньги нам нужны. Берем, это нам тоже нужно. Берем сейчас снайперов. Я не знаю, вот к этой девочке. Ладно, давай так. Берем снайперов еще четверых. Как нам, чтобы поменьше-то потратить? А, все равно. Так, не получится у нас в этот день. Так, сохранить. Второй день. Конюшни-то были. Да, снайпера берем. Берем еще 4 снайпера. Берем еще деньги. И идем сюда, смотрим, что у нас здесь вообще. Здесь у нас там, сокровище гномов. Сила магии. Поехали, 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 поехали. Ну что, нимфы, может, надо было еще и нимф набрать. Так, посмотрим. Так, сохранить.
сохраним. И давай также автобитву. И ну посмотрим, что у нас там-то. Понятно. Так, подзорная труба. А здесь у нас глазки. Так, подзорная труба. Так, вот эти вот штучки тоже. Потери большие. Здесь опыт. Так. Понял. Блин, базовая стрельба тоже неплохо было бы. Оу, это кто у нас? Полурослики. Фу, блин. Да, базовая стрельба. Стрельба неплохо было бы. А у нас магия. Ага, вот у нас кто неплохо. Так, проиграл виверном. А открыл у нас карту. Вот теперь смотри, что решать. Или нимфы, вот так вот кругом идти, да, нимф брать. Или здесь идти, я не знаю, с вивернами связываться, конечно, тяжко. Стрелки. Так. Или нимф еще набирать. Тут глазастики. Шалаши ящеров. Так, ящеры. Или набирать нимф. А, вот здесь вот еще что хорошо. Нимф-то неплохо, конечно, было бы набрать. Кругом за 3 дня, если так. И вернуться. Нет, тогда надо было отсюда сюда идти. Потом снайперов, потом идти нимф набирать. А потом уже идти по кругу вот сюда вот, да? Здесь пока пропускать вот этот момент. Угу. Ай, жалей морского пути. Хороший артефакт. Я чувствую, у нас там нифига мы не успеем. Я чувствую, у нас там на море еще много всякой фигни будет. Так что за 3 месяца, я не знаю, успеем мы набрать, нет? Виверны. Как вас много, блин. Группа вивернов. Нимфы. Глазастики, стрелястики. Так, ну, нимфа для защиты тоже неплохо. Раздербаниваешь их. Ладно. Сохранить карту. Давай сохраним. Да, карту. Чтобы видно нам было, что у нас тут происходит. И убираем быструю битву. Так, и загрузить. Вот это мы сохранили. Ну что, я так понял, надо нам возвращаться не так, да, пройти. Надо нам возвращаться сюда, брать снайперов и идти за нимфами. Так, загрузить, значит, день второй. Я вот здесь вот прошел, не посещено. Так, надо было по-другому тогда, да? Так, загрузить. Компания. А, блин. Че, день первый, что ли? С самого начала, что ли? Тьфу ты, блин. А день первый вообще не то. День первый вообще из другой области. А, господи, это вообще надо было день первый вообще убрать это сохранение. Вот. Вот что нам надо было. Да, ману. Так, здесь. Так, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вот так вот мы все делаем. Так, одно знание. Так, чтобы у нас прибавлялось ману. Магический взял. Это взял. Так, как бы нам лишних ходов-то не натворить. Ну ладно, деньги все равно нужны. Надо взять их. И вот так вот. Так, ладно, все, поехали. Теперь сохрани день второй. Ой, как все тяжко-то, блин. Берем снайперов. Так, берем снайперов и идем валить нимф. Нимфы. Конечно, у нас, да, войско-то очень разрядилось после битвы с этими снайперами. Базовая навигация. Стрельба, да, конечно, надо брать базовую артиллерию. Ладно.
А, вот, Лебединый пруд, давай зайдем. Удача у нас прибавится немножко. И давай нимф, да, возьмем. Так, один, третий сохраняем, поехали за нимфами. А пусть они, ну, они у нас прибавляться заодно будут там, да? Ага. Ух ты, какие они. Они у нас, слава богу, не стреляют. Так, снайперы, конечно, красавцы. Мне нравится то, что они издалека стреляют. Обздался. Ой, как нехорошо обздался. Так, и по девочкам. Ух ты, какой он прям. Блин, самое то, что надо было. Обздались. Скорость 8 у них. Этих скорость 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай ждем. Нет. Да что вы все, что ли, блин? Нет, не все обдались. О, 3 осталось. Ну, давайте, девочки, идите. Вот теперь, да, завалим. Удачи-то у нас. Возьмем нимфов, да, всех возьмем. Троглодиты нужны. Давай, ну, по дороге. Какая разница, все равно по дороге, да? Так, сохранить. Третий день. Нимф без потерь побили. Ух ты, этих сейчас тоже, мне кажется, без потерь побьем. Упс. Так. И давай. Давайте пройдите вы вперед. Ну, посмотрим, что вы там нам приготовили. Так, угу. Да, ну ладно, разрядим, которых побольше кучку. Так, нимфы, идите защищайте. И вы тоже. Слушай, когда эти наездники на волках? И всего-то ничего. Один, их никак никто не может убить. Как так? Подходите. А, да, чё я снайперами-то не бью? Точно, чё я снайперами не бью? Не знаю. Чё я снайперами не бью? То есть этими. Так, 7-9. Сколько забил? Семерых забил. Так, снайперы. Нет. Нет, прикрыть снайперов. 27. О, кстати. Ну-ка, стой. Ну, тут и мощные ребята вообще. Смотри. Опс. А я не понял, кто их. Они сами себя, что ли, полечили? Базовая стрельба. Лечущее нападение на расстоянии на 10%. Ну чё, или магию. У нас там магия. Все, последнее, да? Магия земли, магия воды. Ну ладно, оставим две магии. Базовая стрельба, потому что у нас стрелки. Чтобы у нас бились. Вот эти, конечно, ладно, возьмем две магии, фиг с ним. Навигация нам нужна, потому что моряк. Логистику я бы тоже, я бы другое взял. А, не логистику, а передвижение героя. А, да, эксперт логистики, увеличить очки. Да, логистика, правильно, логистика. Абсолютно. Ну ладно. Ну, вроде ладно. Все как надо. Ладно, сохранить. Сохраним это промежуточное дерево. Возьмем, стоит ли? Вот это вот. Удачи. Так, поехали дальше. Берем денежку-то. Давай берем. Еще опыт у нас. Так, пойдем вивернов бить. Вернемся к маги. Маги вообще чародеи. 5-9. Ну, не так страшно вообще, в принципе-то. Сейчас третий день. Ну, пошли, ладно. Пойдем бить вивернов. Так, сохранить. День четвертый. И поехали. У нас далее... Еще сейчас захватывать будем. Кто-то копал ямки. Воры, что нам дадут воры? Воры нам ничего не дадут.
Только время потратить на них, да? Блин, с этой стороны, с этой стороны. Ну чё, давай, опыт может они нам сейчас. Вора. Да, вору единственное, что могут опыт дать. Очень причем неплохой. Опыт. 22. Нет, не всех. Да, странно. Надо было, чтобы всех забили воров. Поближе, поближе, поближе. Сколько у них скорость? 6. Девчонки. Опс. Так. Меня все каждый раз интересует, забьют ли когда-нибудь этих зверюшек или нет. Ух ты, какой у него прям даже там. Угу. Снайперы. Так, давай, добивай. Нет, не добивает. Ждем. Ждем. Пусть воры подойдут поближе. Так. Ну ладно, давай всех сразу. Так, 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 так. Подойдут. Подошли. Ух ты. Да блин. Кого? Блин, девчонок, сволочи. Девчонки. Ну чё, добиваем? Да, почти добили. Самое, да, самое интересное. Так, у них сколько здоровья-то я забыл? 40. Ну, эти воры ничего им не сделают, даже если их десяток останется. Вот, их 8 осталось. Все. Так, практически почти без потерь. Только 5 девочек потеряли. Ладно, одно нападение. Неплохо будет одна атака. Так, вот здесь вот. Вообще не знаю. У нас есть там магия, да? Вызов корабля. Нифига у нас нет никакой магии. Че, глазастиков валим? Сколько их там? Бихолдеры. Глазастики. Сохранить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да, бихолдеры, бихолдеры. Бихолдеры начнут валить наших этих. Однозначно. Сколько у нас скорость-то у них? У всех 6-6. Все тормозные. Да. Ну что, попробуем бихолдеров сохранить. Так, разделили. Да. Пипец. Большой пипец. Кого они? Ну, они, естественно, начнут в этих валить. Снайперов. А может, вот этих, да? Девочек начнут. Нет, будет, нет. Нет. Снайперов. Снайперов. Оу-оу-оу. До свидания. Бихолдеры, блин. Мимо вас пройдем. А вот здесь что у нас? Ой, слушай, правда, что у нас здесь-то? Ну-ка. Так. А здесь у нас... Бихолдеры, бихолдеры, блин. Вау. 1-4 дракона. Упс. Вот и ёк. Да. Снайпер-то... Да не, ну куда там драконов, блин, завалить? 300 здоровья. Тьфу. Да. Нет, не с той армией. Мы пошли против драконов. Не с той армией. Так, там драконы. И что я еще хотел посмотреть-то? Так, не, ну просто так я хотел. Просто я просто посмотреть. Артефакт, шея дракона, сундук сокровищ. Ладно, загрузить.
Бихолдер. Блин, вы что, сквозь них никак пройти нельзя? Только именно биться с ним. Так, потерял еще время. Пока кругом шел здесь вот. Через бихолдеров. Так, еще время потерял. Ой, сколько я времени теряю. Не за фиг собачий. Одно знание. Зачем деревяшки эти взял? Вот сюда вот прошел, да? Нафига время потерял, лагерь наемников. Стоп, тогда, ну подожди, загрузить. Это потом тогда, когда пойдем к... Нет, ау. Теряю время, поэтому буду переигрывать. Ну-ка, стоп. Ай. Не буду просто, да, вот. Апс, еще раз загрузить. Четвертое. Терять времени сейчас не буду туда заходить. Сейчас пройдем по прямой. Одно знание, да? Забыл. Оно нам нужно сейчас? Пока нет. Да, давайте тоже не будем. Не будем терять время на деревяшки. Да? Хотя, какая разница, все равно кругом идти. Ну, взял я деревяшки, да. Да. Сохраним бой. И давай попробуем вот этих вот ребят теперь. Вот этих попробуем побить, ящеров. Ну, я думаю, с ящерами не будет особо проблем. Разделим девчонок тоже. Так, и пойдем бить ящеров. Снайперы, ящеры, пожалуйста, только не бейте по снайперам. Так, давай-ка благословение, чтобы сразу... Упс! И тоже, чтобы поменьше, да, били. Только не... Слава богу. Ух ты, ничего себе, они бац и всех сразу завалили. Да, ну нет, красота-то в том, что они не стали в наших этих снайперов стрелять. Вот это уже хорошо. Это уже прекрасно. Так, ну что, ускорение. Давайте. Так. Прекрасно. Девочки. Так, завалил девочек. Тоже красота. Ну да, не такие страшные потери. Так, семерых тоже завалили. И последние у нас снайперы. 3-16, да, не так страшно. Зато мы сейчас возьмем этих ребят. Они у нас тоже неплохие ящеры-стрелки. Угу. Так, ящеры-стрелки у нас. Давай. Сколько они? Ах ты, вот там. Ладно. Так, что-то у нас денег уже так. Дофигигища. Так. Ага. Через гоблинов не пройдешь, да? Отлично. Отлично. Не пройдем, значит прекрасно. Пошли. Давай, да, давай их побьем. Если мы через них не пройдем. Очень даже хорошо. Так, благословение на снайперов наслали. Давайте. Красота. И теперь мы их защищаем. Давайте гоблины. То есть не гоблины, а как вас там? Ау. Стрелки. Не так расставил. Ух, не так расставил. Так, стоп. Загрузить.
расстановку надо немножко. У нас же стрелки сейчас появились, да? Немножко расставить надо по-другому войска. Расставить у нас надо вот этих всех сюда. Да? И разделим. Разделим. Когда же этих-то завалят, наездников-то? Вот меня вообще просто это поражает. Как так? Когда их всех, блин, завалят? Это что за фигня? Один, и никак его никто не может завалить. Это просто какое-то безобразие. Так, благословение. Давай. Упс. Так. Так. Так, матросы. Обсдался. Упс. И тоже. Упс. Так. Давай. Забивай. Нет. 2, 3, 4, 5, 6. Так, тоже. Ждем. Магию. На кого еще? Благословение, проклятие или еще что-нибудь? Какую фигню наслать? Благословение. Ну что? На кого еще? Я не знаю, на пушку? А какой она урон приносит? Ну-ка, стоп. Ух ты! 36-63. Эти у нас... Ну давай на пушку благословение. А или ладно, фиг с ним. Давай, ждем. Ждем. А мы, может, и так их сейчас всех заколбасим. Так, ребята, давайте. О, красиво. А, ждем. Да что такое? Ну ладно. Так, эти пятерых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, пятерых, ладно, забьем пятерых. Так. Тихо. Ждем. 17, а эти 27. Так, а, тогда 21. Да. Возможно, 21. 17, 36. 25 убьет. Так, ну... Так, и еще 17. Прекрасно. Че, без потерь, что ли? Да, без потерь. Вообще, да, хорошо, как неплохо-то. Очень даже неплохо. Так, продвинутая артиллерия. На 75 двойной ущерб. Пострелять дважды. А пушка на двойной урон увеличит ущерб укрепления. Ух ты, давай возьмем. Так, ну че? Берем вот эту ртуть, чтобы за ней не возвращаться. А тут-то хопа, и не хватит вот этих двух ходов. Ладно, возьмем ртуть, фиг с ним, ладно. Так, сюда. Вот виверна, справимся, нет? Давай, сохранить... День пятый. Вообще, гоблины. Тут вот еще, да, помимо виверн, это очень неплохая штука у нас. У нас очень-очень-очень неплохая. Так, благословение на... А снайпер, подожди, у нас... Да, ну, неплохо. И пушка у нас... Угу, 40-70 сейчас. Да. Давай на снайперов. Прекрасно. Ух ты! Снайперы хорошо бьют. Это ж сколько у вас скорость-то? 7? Хамло. Чтобы не дошли. Так, ага. Так. Так. И так. Так. Пушка. Блин, а этих... Нет, забьем этих всех. Блин, сейчас они пойдут. Нет? Нет. Так, 41. Прекрасно. Ай, чё я пушку не наслал-то на нее еще раз благословение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ух ты! Они даже не дойдут никто. Ждем.
Этих волков никак никто не может убить. Да что же такое-то, блин? Да это просто вообще какая-то вообще мистика. Никто не может убить этих волков. Ждем. Ждем. Ау! Обздались. Это супер мистика, блин. Смотри, этот один волчонок, я не знаю, но это просто пипец какой-то. Так, ну что, давай вивернов этих, сколько их? О-оу. А вивернов-то у нас тут так это достаточно. Ну давай, бой. С вивернами проблемка. Опс. А скорость у них большая. Надо было в середину. Не знаю. Так, ладно. Ну чё, сколько он завалит вивернов-то? Одну. Ё-моё. Опс. Вот и всё. Вот и закончилось. Да. Загрузить. Да не пробью я сейчас их вивернов этих. Да как бы не вставал. Не, вообще бесполезно. Ну даже если ты... Ай, пардон. Даже если ты вот так вот сейчас станешь. Не пробить вивернов очень-очень-очень мало. Можно было сюда вообще не пробиваться. Можно было ящера взять и идти назад. Я не знаю, кого идти назад пробиваться-то. Драконов. Опять брать снайперов. Здесь. Да, слушай, четвертая неделя, первый месяц. Всех. Да, вертеп. А вот в вертепе как раз виверны были. Ну чё, пробиваться назад? А чё я в вертеп не пошёл? Почему я этих виверн не нанял? Да. Вообще всё, не знаю, такое ощущение, что вообще целиком надо будет всё переигрывать. Ну, потому что, смотри... Здесь не взял, это не взял. Снайперов, ладно, снайперов взял. Вертеп. Там эти виверны. Виверны-то вот как раз прибавлялось, было бы вообще прекрасно. Каждую неделю. Ну чё, возвращаться? Сейчас не брать вот этих вообще. Да? И возвращаться сюда через вот этих вот чародеев. Через чародеев, возвращаться в вертеп. Не знаю. Ящеров. Ну, ящеры, ладно. Ящеров взял, фиг с ним. Так, загрузить. Четвертый день. Так, загрузить. Пятый день. Да, блин. Четвертый день. Ящеров взял. Да. Немножко. Ну что, ящеров не брать, если вот так вот только. Вообще сюда не ходить. Фиг с ними, с ящерами. Вернуться, ну, потому что виверны дороже, грубо говоря. Да, ну-ка, ладно, давай загрузить четвертый день. Четвертый день. Так, одно знание. Так, там у нас что? Тут у нас гарпии. Нужны они нафиг? Ты, блин, так, стоп.
загрузить. Так, четвертый день. А, я сейчас автоматически поставлю битву. Так, ребята, ну ладно. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Гарпий. Гарпий, да, выиграл. Понятно. Так, гарпий взял. Прекрасно. Дальше пошел гоблины. Так, гоблины, гоблины, гоблины. Здесь что у нас еще? Здесь у нас. Это что такое? Склад ртути. Здесь огры. Тоже. Так, проиграл. Нифига себе, 32 огра. Так, загрузить. Автосейв. Да, гарпий взял. Так, здесь у нас огры. Здесь у нас огры. Угу. Вот они, фортограф. Так, гарпий взял, эти взял, эти взял. Так, здесь что у нас? 4 огры. Здесь, боже мой. Огры, отдать свою волшебную дубину. Понял? Так, гнолы. Тоже. Так, победил гнолов. Замечательно. Ага. Сапоги, скороходы. Так, победил. Продвинутая артиллерия. Так, это взял сапоги, скороходы, которые увеличивают. А чего они у нас становятся? Надо повышать дальность передвижения героя по суше на 600 единиц. А это перечислили место без штрафов. Ну-ка, стоп. Ну-ка. На 600 единиц. Так, ну-ка, а если поменять? Так, раз, два, три. Сюда, короче, дойдет. А если поменять? Ага. Нифига себе. Да уж, намного дальше. Так, здесь у нас что? Водопад нимф тоже. Так, ну-ка, стой. А, нет. Так. Так. Девочек этих Да ладно. А, выиграл, да? И виверны. Вот виверны взяли. А, это Василиски. Нет. Нет. Вертеп. Нет, вертеп там просто хранилище. А я думал, в вертепе там набираются Василиски. Ну чё, ребята, да. Опять говорю, опять. Блин, был бы кто-нибудь, кто бы мог набирать нам. Ой. Да, кто бы нам мог набирать наших этих. Ладно, ребят, сейчас мы сохраним как карту, да? Сохранить карту. И будем дальше соображать, как нам дальше проходить, куда. Сохраним, то есть карта нам, в принципе, сейчас видна. У нас здесь снайперы, фигайперы, пардон за выражение. И будем думать, что нам, куда нам пробиваться дальше. Ну, гарпий, ладно, мы сейчас можем пробиться, взять гарпий. Да, нам надо обязательно. Да, вот я думаю, мы начнем-то вот с этого как раз места. С боя. Да. Этих ребят возьмем. Да. Да, 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 да. А я их уже взял. Я забыл, как я их взял. Так, так. Ага. Так, ну-ка, стоп, забыл, как я их взял. Так, быстро в битву вернемся. Мы их побили. Мы взяли, так, возьмем. Да, возьмем. А потом, наверное, вернемся. Глазастикой, конечно, бихолдеров. Сейчас мы не справимся с ними. Да, опять нам придется возвращаться в свой любимый городок. И возвращаться нам, не знаю, пойдем по кругу. Как там? Да, попробуем сейчас пройтись по кругу. Опять взять нимф, снайперов. Нимфы, снайперы возьмем и вернемся. Ох, блин. Очень длинный путь нам предстоит.
бихолдеры. Ну давай. Че там у нас? Благословение на ребят. Упс. Так, ждем. Ждем. Вот этих вот, давай, ну завали их. И вот этих завали. Нет, все равно они в этих, в нимф наших стали стрелять. Которые, да, которые далеко нимфы. Зараза, гады. Все равно в них стали стрелять. Ладно, ну мы оставим немножко нимф. Так, снайперов. Так, и ускорение пошлем на ребят. Да не пошлем, пусть так будет. Так, ага. Так. Пушечка. Сейчас до 100 пудов будет. Вот, смотри. О, вот. Вот так вот сделаем. Блин, смотри, правда, они бессмертные какие-то. Сколько их уже, блин, фигарит. Реально бессмертные. Так, 3, ладно, 4. Просто, блин. Кто их только не бьет, они... Пацаны, ну что, будет? Нет? Нет, все равно бессмертные. Просто, ну наконец-то, смотри. Это вообще просто замечательные ребятки были. Ну, мы их потеряли. Так, подожди. Так что ж у нас, 5-й день, что ли, получается мы? Ну-ка, сохранить. Зря я играл, да? 5:28, да? Ну-ка, стоп. Загрузить 5-й день. А там у нас на чем закончилась она? Да, нет. Здесь я лишние ходы сделал. Да, ребят, я чувствую, у нас будет переигрыш. Ладно, все, поехали. Так, не будем мы сейчас. Возьмем ящеров. Да, возьмем и пойдем дальше. Вот сейчас мы дальше будем решать, куда нам дальше идти. Где набирать войска? Так, сохранить все, Алекс. Сохраняемся. И будем дальше. В следующий раз мы смотреть, куда нам. Здесь мы будем пробиваться. Да, или вот так вот по кругу пойдем. Здесь, если пробиваться, то мы... Да, смотрите. Не понял, почему. Ага. То у нас на... Так, 6-й день здесь, да? Сейчас пойдем. А, 6-й, да. То есть снайперов мы... Ну, надо, может быть, даже пробиться где-нибудь здесь пройти, чтобы время потерять, чтобы потом вернуться за снайпером. Еще взять 4 снайперов. 12 снайперов будет вообще прекрасно. Вот. Может быть, даже там, не знаю, зайти в конюшни параллельно. Там вот здесь что-нибудь взять. Там, может быть, даже пирамида. Это... Да-да-да-да-да. Виверны. Или, может быть, сразу ломануться просто... Обходя все, сразу ломиться туда. Так, сохранить, ладно, все, сохраним мы, Алексей. И давайте, ребята, пока-пока. Приглашаю вас еще раз на сайт heroesportal.net. Заходите, играйте, общайтесь. Очень много интересных карт и куча-куча всякой информации по всем частям героя с 1-й по 7-ю. Ну, давайте, всего хорошего.